собственной персоной. Ни за что. И здесь у нас нормальный такой спуск, чтобы не прыгать. А, это же место мы видели глазами какого-то другого существа. Так, тихо. Что у нас здесь? Патроны. Ножи. А, это мое оборудование. Ну-ка. Да, это все мое оружие. Отлично. Хотя мне, кроме... Что за ведро? Мне, кроме, собственно, винтовки больше ничего не нужно. Ну да ладно. Лучше больше оружия, чем меньше. Так, и что? Дверь заперта. Ну так открой. Мы подобрали... Что мы подобрали за ведро? Тюремная еда. Это просто вонючая баланда. Фу! Это прям брезгливый ты какой, а? Так, а? Ой. Молоток! Я даже знаю, куда его применить. К тому кристаллу наверняка. Ага. Вот тут меня держали заперти. Ключа нет, значит не поддается. Эта дверь тоже не открывается. Давайте пойдем искать, что открывается и что поддается. А не тут. Так, там довольно-таки тяжелые шаги, я бы сказал. Что за зверюка с той стороны? Это, блин, опасно. Видимо, тебе баланду надо дать. Кушай, дорогой. Мы пока сюда спрячемся. Ой. То, что находится за ней, сейчас очень голодное. Ну, я же его покормил. У него там есть молоток. Как бы мне... Здорово. Блин, мне что, к тебе сюда идти, что ли? Дверь заперта. Блин, она не только очень голодная, она еще и очень здоровая. Валим. Я не хочу туда идти. Эй, блин, ну не надо катсцен. О-о-о! Я ж тебя покормил. Это этот, какого, блин, которого я нечаянно Ктулху назвал. Так, ну что мне с тобой делать? Может, еще баланс? Кушай, дорогой. Доктор Зоидберг. Так, еще хуй. Ой. Еще не хочешь? Не думаю, что мне нужно сейчас. Ну, еще покушай. Блин, ты что ж не наешься? Надо было сразу все вылить. Мне кажется, что его нужно усыпить. Когда он пожрет, он уснет, я думаю. Может, все? Я не знаю, сколько раз можно использовать это баланду на нем. Она все еще ходит. Так, ничего интересного. Ничего? Ну ладно. Давайте посмотрим, может мне, скажем, сюда можно как-нибудь.
Не открывается. И не поддается. Так, эта дверь, я знаю, куда ведет. Но мне охота с доктором Зойбергом разобраться. Что ж с ним делать? Давайте еще попробуем покормить. Что, у нас лесенка? Нет. Так, братень, поешь еще. Может еще? И сейчас он, может, пока кушает надо. Я больше так делать ни за что не буду. Ну ладно. Понятно. Это, похоже, бессмысленно. А, ну не знаю, ну давайте что ли сюда сходим. Я не вижу тут больше доступных возможностей. Хотя что мне тут делать-то? Тут и делать-то нечего. Мне по-любому нужен молоток, который у него, но, блин, почему он не жрет? Вернее, жрет, но почему он не надоедается, говорю. Почему не наедается? А может это вот... Вот так вот? Ну как? Ты там кони не двинул? Понятно. Вот так, давай, кушай, кушай. Вкусно! Вкуснятина. Пока он там полоскается, пойдем. Блин, надеюсь, ты там кони двинул. Дверь заперта. Да, блин, открой. Я надеюсь, ты... блин. Молоток может мне пригодиться. Как мне неохота эту аптечку брать тебе, ты бы знал. Тихо. Тем более она мне не нужна. Так, что у нас еще здесь? Все, короче. Всякий пожар. Возможно, позже. Не думаю, что мне нужно сейчас это использовать. Вот так вот мне будет спокойнее. Так, и что? Молоток у нас есть. Теперь нам нужно идти, я знаю куда, и сделать, я знаю что. Это отлично. В принципе, все довольно-таки логично пока что. И это хорошо. Без особых затыков я прохожу это место. Сейчас нам нужно подняться наверх, там пройти мимо охранников, если они уже, конечно, по новой отреспаунились. И использовать этот молоток вместе с зубилом на том кристалле, если я все правильно понял. Но пока что безлюдно, я думаю, я им тут неплохой геноцид устроил за последнее время. Так, ну что, живые есть рыбки? Видимо, нет. Ну да ладно. Так, нам сюда. Так вот, для чего это растение странное было нужно. Я-то, блин, думал, зачем я взял такую неприятную вещь себе в карман. Это, оказывается, чтобы доктора Зойберга потравить. Так, тут никого? Хорошо, давайте сохранимся. И теперь будем разбираться с этим кристаллом. Мне нужно ее чем-то поддеть. Вот так вот. Вот теперь все должно работать. Так, и теперь нам нужно понять, куда этот кристалл вставлять, собственно говоря. Потому что вот это вот уже задача нетривиальная. Я не помню... Ой, блин, да осторожно. Не помню место, куда нам бы требовалось его вставить. Так, а те... Блин, а у меня нету уже
от растений этой гадости. Блин, да хватит, блин, Джек, ну что ж ты падаешь постоянно? Так небольшой высоты, а так больно бьешься. Так, что? Где? Куда тебя вставить? Здесь я не вижу, куда можно его приложить. Так, подождите. А там, где... Где страшные рожи? Там эти случаи не ушли, хотя с хрена бы ему идти морским звездам. Да, они еще здесь. И на них, видимо, нужно использовать какой-то динамит. Потому что они постоянно тут появляются. И отстреливать их по одной бессмысленно. Сразу же появятся новые. Так, ну ладно, походим кругами. Сейчас мы поднимемся опять. Войдем в ту комнату, где были свидетелем сцены убийства одним братом Маршем другого, а потом, собственно, запороли второго ножом. Давай запрыгай, елки-палки. И, может, там куда-то применим этот кристалл. Странный зеленый кристалл. Он теплый на ощупь и излучает некоторое свечение. Или некое, неважно. Еще раз сохранимся. И пойдем дальше. Ой. Блин, ты смотри, ноги уж как поранил себе. Ну ты, Джек, даешь. Давай быстрее. Теперь ты в полном порядке. У нас ничего почитать-то, кстати, нету. Видимо, нет. Патроны. Еще патроны, но они нам не нужны. Где-то там лежит аптечка, которую я, по-моему, не взял в прошлый раз. Хотя, может, и взял. Или не аптечка. Так, наша винтовка верная. Тут, по-моему, тоже никого быть не должно. Хотя все может быть. Я не исключаю возможности того, что они отреспаунились тут по новой. Давайте попробуем применить на эту дверь как-нибудь, хотя я там не видел выемки под кристалл. А вот аптечка. Хорошо. Не поддается. И не открывается, но тем не менее. Нет. Так, ладно, пойдем в ту сторону, будем искать, куда можем применить этот кристальчик. Пока что я не помню ни одного места, где нам он мог бы пригодиться. Тишина. И мертвые с когтями стоять. Так, ну туда мы пойдем обратно к этому. Ага, а тут-то я не был. А тут-то мне и делать нечего. Судя по всему. Да. Ну да ладно, будем знать, что у нас здесь лежит аптечка. Если что, сбегаем. Так. Возвращаемся. Возвращаемся. И ищем, куда применить эту непонятную штуку. Пока не вижу, честно говоря. Так, если мы пойдем вниз, то мы пойдем в тюрьму. Если мы пойдем наверх, то мы пойдем в лабораторию. Не там, не там, я не припомню, чтобы были какие-то выемки для кристаллов. Пойдемте лучше вниз. Потому что внизу я не так тщательно все осмотрел, как наверху. Так, где-то здесь у нас туху. Тихо. Угу, блядь. Ха-ха, чё съела? Ты тупая, знаешь об этом, нет?
Ну я, похоже, правильно пошел. Так, ну с такого расстояния надо поэкономить, конечно, винтовку. Вот так. Хорошо. Еще бегут. Блин, я вовремя сюда запрыгнул. Называется жопой чуял. Давай, давай. Еще есть? Еще есть. Ты какой-то страшный был. Хотя нет, обычный. Вы для меня уже не так страшны. А по-моему еще бегает. А что-то вас не дохренали, ребят? Если бы я вовремя не сориентировался, я просто, по-моему, погиб бы глупо. Блин, с двух сторон могут напасть. Не открывается. Ну и ладно. Так, ну я, видимо, правильно пошел, только теперь надо понять, куда именно мне тут идти. Так, Зойдберг, ты не голоден? Патроны. Так. Так, так, так. Откроем дверь. На защелку, чтобы эти поганые твари не доставили мне в случае чего проблем и хлопот. Так, сходим на второй этаж, посмотрим, что у нас здесь. На первом, блин, на первом я, конечно, не все осмотрел, но да ладно, пока что все идет как по накатанной. А там у нас не закрыто ли было раньше? Не знаю. Давайте сюда сначала сходим. Здесь у нас лаборатория, по-моему, да? Точняк. Патрончики. Пациент. Сохранение. Ну, в принципе, я не вижу тут, что мы могли бы сделать. Хотя давайте посмотрим, может, там наверху эта дверь открылась. Не дверь, а решетка деревянная. Да вроде стоит, но всякий пожарный сбегает. Неужели мы с ней ничего не сможем сделать? С таким большим запасом оружия. Не поддается. Да, ничего не сможем. Ладно, пойдем в другую сторону, благо там ходов пока что предостаточно. Интересный, интересный момент. Не шевелись, я тебя боюсь. Так, хорошо. Кто у нас здесь имеется? Так, нам, видимо, в эту дверь. А, это же та бесполезная комната. Бесполезна-то она. Это, конечно, спорное утверждение. Смогу... О! Вот оно что! Понятно. Все понятно. Это же как в самом начале комната была. Так, как мне забраться? Вот. Сейчас вот сюда, видимо, вставить. А нет, тут нажать, вон там вставить. Помню, помню эти порталы. И они служили для призыва. Я уже где-то видел похожую комнату. Спасибо, Кэп. Я уж только что сказал, где-то видел я. Так, ну если я сейчас нажму, я же кого-нибудь призову, наверное. Это глупо, по-моему. Но выхода у нас нет. Ни пуха, ни пера. Вставляем. И нажимаем. Возможно, мне нужно будет резко так пропрыгать вот сюда. А, выхода тут все равно нет. Но если что, резко просочимся вниз. Ой, ой, ой. Молнии бьют. И чё?
Мне идти сюда, что ли? Ого! Блять. Дерзнем. Хера. Какого? Это что такое? Это какой-то мега-бластер, что ли? О! Охрененно! Но ничего себе, я бы вам сказал, ребят. Да, теперь заживем, теперь-то у нас все наладится. Ах, красота. Блин. Ну, я думаю, это мы оставим на следующий отрезок, на следующее видео. А пока сохранимся. С вами был Артур, увидимся в следующих частях. Тьфу ты. Пока-пока-пока.